Из крестов скована русская земля. И через кресты восходит солнце. Издревле Псковский край Руси называют домом живоначальной Троицы. Славна земля твоя, Святая Троица. Каменные пригороды сторожат на холмах твои воды и земли. Честною молитвою тянутся к тебе церкви и монастыри. На протяжении половины тысячелетия Псково-Печерская обитель остается духовной святыней России, где каждая верующая душа находила и находит путь к покаянию и утешению. Я же не оставлю места сего, слова Божией Матери, сказанные отроку Юлиану в 1581 году во время очередной осады монастыря латинянами. Неприятель тогда встал, словно вкопанный, перед светоносной женой, оградившей пролом в стене своим заступлением. Крепость символизирует монастырскую строгость. Недоступность монастыря, купола древнейшего соборного храма пещерного во имя Чеснага и славного Успения Божией Матери. Недоступность каждого инока для греховного мира. Монашество – это самое высокое, самое чистое исповедание христианства в духе истины. Монастырь вот уже тысячелетия являет для Руси пример того, как и в собственной жизни каждый из нас должен строить свою духовную крепость, ворота которой должны быть всегда открыты для мужества и стойкости, любви и милосердия. Сама Пречистая Дева, гласит монастырская летопись, избрала это место в долине потока Каменца, благословила его своими избранными людьми и до сих пор охраняет его. У основания монастыря 1473 год стояли великие подвижники и чудотворцы, преподобные отцы Марк, первый старец Печерский, Иона, первый строитель обители, преподобная Матерь Васса, святой преподобномученик Корнилий, настоятель с 1529 года, дивный светильник Псково-Печерский, с именем которого связано окончательное устройство монастыря. Преподобный мученик Корнилий был истинный монах, шел 1570-й. Зная, что он оклеветан перед Иоанном Грозным, будто бы хочет отложиться от русского царя и для этого стены воздвиг, Корнилий с крестом вышел за монастырские врата, а царь в гневе сёк ему голову, но тотчас же раскаялся и, поднявши тело его на своих руках, понес в обитель. Свидетельством такого раскаяния служат щедрые пожертвования монастырю от Иоанна Васильевича в память мученика. Именно из того золота и серебра раскаяния сделан киот для главной святыни обители иконы Успения Божией Матери в житии. Образ написан в 1521 году иконописцем Алексеем Малым. И сразу же сия икона стала прославляться многими чудесными исцелениями, которые не иссякают и поныне. Свыше 500 лет возносится молитва. Это единственный монастырь в России, который ни в какие времена не закрывался
Здесь сохранилась монашеская преемственность. Стоя у звонницы, где ангел напоминает о безвозвратно бегущем времени, мы ощущаем полное слияние истории, настоящего момента и вечности.